А, в штате Аризона, на границе этого... Ну, какой границе? Я не знаю, где там эта граница Мексики. Я еду, в общем, по трассе. Кстати, хочу заглушить машину. А то, в общем, бензин не тратит. В общем, я слышал про вот эту станцию еще в будущем в России. Да. И сейчас меня остановили. И такой идиотизм вообще. Они не понимают. Вообще, я не понимаю, что они хотят. Вот. То есть они сейчас. Точнее, это мой статус. Вот. Знаете, я просто в шоке. В общем, жду, что они скажут. Взяли мое водительское, спрашивают, у тебя есть гринка? Я говорю, нет у меня гринки, но я здесь легально. В общем, они вот сейчас три человека пришли, смотрят. Это и какой-то ерундой занимается. Вот. Сейчас буду снимать это все, ребята. Это просто что-то с чем-то. Мне, блин, памяти осталось мало. Вот. Но, честно говоря, я не понимаю, что они хотят от меня. Будем думать.